you like it's on the shit. I don't give a fuck unless you're talking with the money clips. Девочки, как вам Илья? Сладенький мальчик, я к нему в дом. На-на-на. Ты че ржёшь? Что это? Ладно, похуй. Проиксала, что ли? Алло! Да похуй, Наташ, да похуй. Ладно, похуй, ладно, похуй. Не, Илюха, у Илюхи, мне кажется, шиза. Ты так, ну, иногда проскакивала такая нотка шизы у него. Тебе это не показалось? Нет, мне показалось, что классный чел. Че ты пиздишь, блин, на... Я не пизжу, это просто... Просто так. Он сейчас мне... Да нет, Илюха... Все оправдали, на самом деле, ожидания. Только... Илюха нет, да? Нет, все оправдали. Ну, просто я подумала, что, например... Не, я не хочу это говорить на стриме. То, что я по одному человеку думала, что он не такой, как мне хотелось бы. Извинись, да и ты чё? Илюха хороший, Илюха клёвый, Илюха классный, Илюха веселый. Как и ожидалось, типа, какой видно видосы, какой на стриме, какой в дискорде и т.д. Типа, он вообще фаном. Охрененный чел, алё. Просто проскакивала нотка шизы, вот и все. Я же ничего не говорю, блядь, что он плохой человек. А что, как, что в твоём понимании нотка шизы? Объясни, пожалуйста, я тоже не понимаю. Я как... Я адвокат чата. Я это все слушаю, я не понимаю, что такое нотка шизы. Ну, объяснись. Это не обидно. Ты там про меня говорила? Да ничего! Илья! Она сказала... Она сказала... Она сказала... Она такая... Он опять придумывает, не верит. Она такая... Кто такой Илья? Это первое. Потом, короче, она сказала, что у тебя шиза. Так не было. И третье, что она немножечко и не ожидала, что ты, так, что ты такой, типа, немножечко не такой, как она хотела нет, бы быть. Нет, я это вообще про другого числа говорила. Да. Бля. Чат, было нет, такое, чат? Я было? Я говорила, что у него... Было. Бля, они меня... Юля, скажи! Она меня подставляет! Вы вообще, блядь, все перефразировали, вот эти гиперболы всякие используете, спасибо нахуй! Я не так говорила, Илюха! Они опять обманывают. Типа, знаешь... Пошли вы нахуй, блядь. Мне что, блядь, не буду больше оправдываться. Нет, так не было. Я говорила, что у него нотка шизы, но он охуенный, типа, добрый чел, пиздат, эмоциональный, харизматичный, нотка умный, шизы, охуенный. Что это значит? А ты не шизанутая? Пошла нахуй, а всё, ты не шизанутая? Я, блядь, больше вообще ничего говорить не буду. Ты не шизанутая? Нет, ты шизанутая, понятно? Все, я больше, блядь, ничего не буду. Ты все еще самая шизанутая из всех нас, мне кажется. Да нет, он просто... Что? Нотка шизы, это обидно? Нотка шизы у меня тоже есть. Нотка шизы у тебя есть. Просто у него она прям чувствуется. Да не чувствую, мне вообще показалось, что Илья самый адекватный из всех нас. Но он очень энергичный. И что? Как Слава, например. Нет, два разных человека. Ну да, раз. Просто именно... Я имею в виду, они вот очень энергичны в этом плане. И для меня это шиза. Вот и все. Извинись. Что? Это неплохо, блядь! Извинись. Я вот не так. Такая, я не настолько энергичная. Короче, типа, понятно, поэтому... Илья, не приглашай ее на дыре, короче, к себе в пизду. Я охренела, я встречаюсь, короче, с Димой в лифте. Ну, он меня встретил. А это можно рассказывать? Да. Ты уверена? Да. И я такая, Дима, а что это за цыпочка с тобой в лифте? Ой, фу, блин. В лифте цыпочка-то их я ехала, как бы я та самая цыпочка. Короче... С какой цыпочкой ты гулял? А я такая захожу по метке, а там такая тяночка красивая. Я так охренела, думаю, нифига себе, Диман преуспел. Ну и все. Все, вся история, типа, реально, ну, норм тяночка. А, я норм, думала, тяночка. Ты про ту тяночку, которую он, типа, водил в кино. Ой, не в кино, а с которой они гуляли, на самокатах катались. Которая еще в инстаграме также подписана, как у нее имя, типа. Я думала, ты про нее. Я думала, которая... А он что, с несколькими гулял? Ну, походу, я не знаю, там есть одна. Стой, девочка. Стой, вы про какую тяночку, подожди. Есть одна девочка, которой он типа подкатывает. И типа у нее еще имя. Помнишь? Так, а с которой он гулял в парке? Это, по-моему, она и есть. А, ну все. Это ты про нее говоришь? Да. Ну, она же красивая. А почему? А почему у тебя шепот слышно? Не знаю. А что это, секрет, что ли? Это, я не знаю, может быть, секрет. Ну, не отмечал бы тогда ее. Ну, мы это все слышим. Ну, она красивая.
Что это такое? В смысле, кто? Кто? Ху. Ху. Чего вы пристали к парню, блин, бедняга? Диман. Бля, бедный Диман, пиздец. Просто нельзя нормально потусоваться. Нельзя нормально с девчонками потусить. А тебе Дину не жалко? Вот ладно, Диман, а Дина? Дину? Нет. А почему? У Дины же есть мужчина уже. Свои мечты. Да? Кто? Кто? Шпрот? Угу. Шпрот. Шоу 2К20, люди все еще пишут про Шпрота. Шпрот уже Аляшу ебет уже как полгода, мне кажется. Ой, такое можно говорить? Ой, да не, можно, можно. Откуда ты это знаешь? А, я, короче, не отвечаю за нее, она сама по себе. Арина! Где ты смотришь? Зачем? Что? О, давай ты танцуешь под трек Стайла. Давай я потанцую. Давай вместе. Я как сегодня могу танцевать. Давай. Давай. Надо, наверное, лучше вот так вот. Давай, Наташа. Что? По треку Стайла. Извинись за шизу. Извини меня. Вот то, которое мы танцевали с тобой. Давай вместе. Да. Да. Сейчас вот дроп начнется. Нет, ладно. Говно? Я не могу.